Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, народ! И релиз Final Fantasy 15 откладывается до конца ноября. Неважная новость. На днях стало известно, что релиз Final Fantasy 15 откладывается почти на 2 месяца. Напомним, что японские разработчики из Square Enix настраивали поклонников к скорой премьере 15-го выпуска культовой серии Final Fantasy, запланированной на 13 сентября. Однако выяснилось, что недавно компания официально уведомила розничную сеть GameStop по продаже консолей, видеоигр и аксессуаров для PC о том, что релиз переносится на 29 ноября 2016 года. Это, разумеется, далеко не первый случай в истории, когда издатель задерживает выпуск игры. Наверное, это делается, чтобы подогреть интерес к ней. Источники отмечают, что для терпеливых фанатов серии задержка в 2 месяца не проблема, учитывая тот факт, что для Final Fantasy 15 разработчики трудились почти 10 лет. Кроме того, по словам руководителя проекта Хидзими Табата, от небольшой заминки Final Fantasy 15 только выиграет, поскольку у разработчиков появится дополнительное время на отшлифовку игры, то есть исправление багов, возможно, еще чего-нибудь. В общем, будут они там что-то поправлять, доделать, пересматривать. Ну и надеемся, что они предложат нам все-таки качественный продукт, за который не жалко будет выложить денежек. Или, возможно, даже можно будет где-нибудь пираточку скачать. Поскольку ранее компания Square Enix обещала выпустить Final Fantasy 15-30 сентября, сотрудниками были разосланы отредактированные промо-материалы, содержащие новую дату релиза. Вот такие вот у нас новости, ребятки. Неизвестно, будет ли игра на русском языке, но будем надеяться, конечно. Так что всем спасибо, пока, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новостей.